сегодня 13 сентября. С днем рождения, дорогой Краснодарский край! 13 сентября здесь стал настоящим праздником. Школьников на входе угощали леденцовыми петушками, рассказывали об истории образования Краснодарского края. Ну а чтобы ребята смогли ощутить атмосферу Кубани, вместо звонка на урок слушали казачьи народные песни. Щедрая житница России, великая труженица, о том, какая она, их малая родина, ребята узнают на уроках кубановедения. Краснодарскому краю исполняется 81 год. На нашей Кубани растет очень много пшеницы и подсолнухов. Нам задали сегодня выучить гимн Кубани. Ты, Кубань, ты наша родина, вековой наш богатырь, многоводная, раздольная, развелась ты вдаль и вширь. День края – это очередной повод для гордости за свою историю, уверены педагоги. Поэтому День образования Краснодарского края здесь отметили так шумно. Ко всему прочему, 2018 – год 75-летия со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Вспомнят сегодня в образовательных учреждениях и об этом событии. И, конечно, сегодня дети узнают о тех героях, которые вышли с нашей земли кубанской. Почти все праздники в гимназии отмечаются именно вот с утра. Нам хочется зарядить позитивом детей, родителей и настроить на эту прекрасную волну праздничную. Масштабные празднования в Сочи проходили в прошлом, юбилейном году. В честь 80-летия края в нашем городе открылся природно-ландшафтный парк. Сегодня это одно из любимых мест для прогулок жителей микрорайона Макаренко. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.